Ага, дальше. Я так, ничего не видно. Раз, два, три. Ну вот посмотрели мы благословенное, значит, Марьинское, Евдоксино и домик товарища Дружинина. Владимир Иванович просит еще раз повторить фамилии владельца. Полная каша в голове. Вот сейчас мы приезжаем в Марьинское. Дружинин Александр Васильевич, друг в Ревской. На том берегу, значит, Евдоксино деревня. Там в Ревской Ефимия Никитична, дочка Арсеньев Никита Васильевич. Вот она, дочка была. Вот. Приезжал сюда Тургенев в 54-м году с Некрасовым и поразил местных жителей своим лексиконом. Вот. Работали они там все, Некрасов, Тургенев и Дружинин, в этом флигеле. Флигель этот был творческой мастерской Дружинина и располагался раньше на берегу озера. Дом располагался помещику тоже на берегу озера, вот по правую руку, вот большие деревья. Вот, собственно, усадьба Дружинина, Марьинская. Будем приезжать, желтый дом, он стоит на месте дома писателя. Ну, а Вревская жила напротив. Флигель где-то здесь стоял, может быть, здесь вот где коричневый дом, понимаете, приблизительно. Там дальше налево была мыза, ферма по-нашему. Вот большие дома, фу, деревья, вот они, собственно, дружининские есть. А в Ревское Лермонтову кем приходилось? А, Лермонтову тетка приходилась, троюродная, очевидно. Не знаю, троюродная. Вот, дед был двоюродным, а дочка уже троюродная получается. Дед Никита Васильевич, его родного деда брат. Понятно, нет? Тоже непонятно. Понятно одно. Родственников много, большая. Да, да. У них в щите все померли. Ну и Лермонтов не был особо богатым, поэтому Столыпины были много богаче. Вот Середникова вспомните, какой шикарный дом, да? Посмотрите, как написано, Марьинско. Да, это Гдовская топонимия, Марьинско. Литературное, конечно, название Марьинское. Я вот использую, конечно, когда так, а когда и это. Что вы хотите? А так, если так и это, можно подумать, что ошибся. Да, можно что угодно думать, поэтому здесь патриоты, конечно, на О. Это местный говор отображает, потому что там была деревня в честь Стефанова через Ф. А так-то барин-то был Степан Александрович. А местные крестьяне говорят, ну, деревни свой говор имели раньше, отлично от нашего литературного языка. Это все знают. Бывает, соседние деревни не понимали себя. Разные языки были, и кто знал говор другой деревни, считался знатоком лингвистики. Да, дорога, конечно, вот она, конечно, лучше, чем была вот 150 лет назад. Можно даже догадаться, да? Ну тогда колея-то какая была?